Друзья, мир всем. Сегодня я хотел поехать за дровами, то есть и мы поедем, потому что снега еще немного, надо срочно успеть сделать последнюю вылазку в лес, пока еще снега немного на машине. Вот, в принципе, тут уже видно, да, я привозил, но этого мало, надо еще побольше привезти. Значит, что мы возьмем? Обязательно наш надежный партнер и товарищ, это бензопила Штиль, ключик на всякий случай, бутылочка с бензином, уже разбавленная с маслом, и, конечно же, масло, ну, для цепи. Вот, все это я складываю в сумочку. Поедем, так скажем, на охоту за дровами. Опа. Сюда с краешку положим. Ну, все. Итак, мы не зря выбрали это место, уже было известно о нем заранее. Значит, здесь мы, это, две березы упали, и главное интересно, они, видать, росли рядом, одна упала в ту сторону, другая вот сюда. Видно, вот он разлом, можно поближе посмотреть, прям вместе с корнями, как все это дело вырвалось. Так что, я думаю, сейчас работенки хватит тут, они толстые тем более. Ну все, сейчас начнем пилить. Перед работой надо все заправить. У меня уже было заправлено, я просто побольше добавляю. Вот, заправим бензин, заправим масло. Кстати, масло я использую отработку. Ну, какое-то отработанное масло там. Именно для цепи. Все.
того, что уже темнеть начало, и такое ощущение, что ну-ка, правда, как волки, как будто так, что все, уходим побыстрее. Фух, ну все, слава богу. Хорошо, помаленьку. Не совсем был готов, аж цепочка подвела. Да ладно. Главное, она точеная. Видать, уже старая, наверное. Плохо пили. Грыз. Ну вот немножко нагрызли тут. Гризли. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.